В Туркестанской области совершено покушение на заместителя акима Тулебийского района. Нападавшие выстрелили в женщину и скрылись. Произошло это во время обеденного перерыва возле дома пострадавшей. 53-летняя Рабига Бейсибаева получила легкое ранение. В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что подозреваемые в покушении уже задержаны. Зарегистрирован в Тулебийском районном отделе внутренних дел Туркестанской области по статье «Покушение на убийство». Была создана специальная следственная оперативная группа из числа опытных сотрудников. И сотрудники криминальной полиции департамента области задержали двух подозреваемых лиц в городе Тарасы, где они пытались скрыться. В данное время ведется досудебное расследование. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.